Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации проекта «Старшее поколение» приняли участие в проведении акции «Тепло для героя». Вместе с молодогвардейцами они приняли теплые вязаные вещи от участников движения «Серебряные волонтеры» для передачи в Московское областное региональное отделение партии и последующей отправки в зону спецоперации. Также в этот день партийцы приняли гуманитарный груз для бойцов в Одинцовском доме офицеров. Вместе со специальными утеплителями для обустройства боевых позиций для солдат и офицеров, участвующих в СВО, были переданы письма, которые написали юные жители Одинцова.